смотрите в будильнике. В рубрике «Фотодиалог» Сергей Володин и Алексей Великанов расскажут все об искусстве фотографии. По жанру это свадебная фотография, но на самом деле я снимал ее не на свадьбе, а на своем мастер-классе я рассказывал, как правильно выставить свет в подобном помещении. В рубрике «Мамины рецепты» Елена Михайлова поделится секретом приготовления такого лакомства, как меренги. Этим шприцом мы начинаем отсаживать наши меренги на расстоянии друг от друга. В рамках года экологии в Липецком зоопарке запустили проект «Братья наши меньшие». А что подготовили для посетителей? Теперь каждую среду посетители акватерариума смогут послушать лекции о питомцах, увидеть показательные кормления и сфотографироваться с некоторыми животными на память. Это и не только. Смотрите в будильнике.